Здравствуйте. Сейчас я вам покажу, как запитываются водой наши бочки и как опорожняются. Вот, посмотрите. Вот это белая металлопластиковая труба. Она проходит от дома, вот, где подключена к водопроводу, прямо через сарай, прямо к блоку печей. Здесь от каждой бочки вот выведен штуцер и с краником, вот, шаровый кран. Вот. Для чего это предназначено? Для заполнения емкостей водой. То есть открываем, подаем воду, открываем вентиль, открываем вентиля на бочках, вот они, и вода заполняет эти бочки вместе с соломой. Вот, как бочки заполнились, вентиль закрывается, перекрывается общая вода, вот, и вся система работает. Вот видите, сейчас она, порог идет, кипит, вот, настаивается и так далее. Когда процесс закончен, субстрат запарен, вынут, вот, в бочках остается вода. Куда ее девать? Вот, идем, значит, открываем. Опять-таки вентиля открываем просто. Вот, и вода самотеком поступает вот на этот узел. Вот, и через шланг, вот, через шланги она уходит в канаву для слива. То есть все просто, функционально, вот, без всяких хитрых наворотов.